Привет, ребята, с вами Сэм на канале Миса, и сегодня мы будем изменять слайды с моей подругой. Всем привет, ребята. Давайте начнем. У нас вот такой баттер-слайм, который он не очень хороший, он вот, вот так вот тянется, не очень. Ну, он не очень сквишовый, классный. Он сквишовый, да. И, в общем, да. Да. Кто мы будет первый добавлять пасту? Я ищу пасту. Чурья. Вот. Паста? Ладно, дай мне пасту. Да. Вот, пасту мы еще добавили. И кто лучше изменит, мы получим по очень большой. Кто лучше изменит, тот получит пачку чипсов очень большую. Я могу ее показать. Давай, показывай. Мне ее съесть хочется. Он начинает липнуть. У нас есть активатор. Да. И у нас есть разведенный с водой. Да, потом у нас что? Глина. Глина? Да, глина. Нет, это какой-то слайм. Пигмент. Давай, вот эту вот коробочку возьмем. У нас есть... Я пигмент. Если что, я сейчас вот у этой подруги буду открывать. И да, у нас есть... Тут вот есть всякие разные блесточки. Тут вот такие вот разные. Тут есть шарики такие. Потом есть вот такие блестки. Это слюда. Да. Бриллиантики. И очень вот много пигмента. Ну, потом короче, скажу. Такие звездочки. Да. Где глина? Глина? У нас ее нет. Так это как баттер слайм. Вот глина. Открой. Блин, я залипла. Ты не залипла. Ну, короче, вот. У него уже лучшая текстура. Он вот так вот хрустит, кликает. Но он все еще сквишовый. Да. У него очень много добавок, если видно, не знаю. Ее брат, короче, не хотел выходить из комнаты, и это было очень смешно. Что это, глина? Что она? Она испортилась. Она... Это не глина, это когда-то был слайм. Ну, короче, я буду изменять цвет этого слайма. У меня есть вот такой вот гуашь. Это мой гуашь. Это твой гуашь, да, я знаю. Я буду его делать. Это что такое? Потом мы, может быть, размягчим или вот я добавила изменим. Краску. Но, в принципе, его тут изменять не надо. У него очень много блесточек, он оставляет их на руках. И отстой полный. Тебя не видно в кадре. Да, я знаю. Давай. Я встала. Блин, вот так вот. Ну, неудобно. Подожди. Ну, ладно, ты так низко. Так, я еще добавлю пасты. Нет, можно пигмент. Я вот добавлю вот такой вот пигмент. Зачем ты красную краску добавила? А я буду добавлять... А я еще добавлю. Я переборщила. Не важно. Сможешь мне отдать это? Погодите, уберем чуть-чуть освещение. Потому что у нас сейчас вечер. Ну, у нас сейчас вообще-то... Полдвенадцатого? Полшестого. А мне показалось 12. Вот я добавила пигмент. Полшестого сейчас. И в общем-то... Темно. Очень темно. Да. Покажем, как темно. Давай. Я хотела показать. Блин. Вот как темно, смотрите. Прям ночь. Ночь-ночь. Короче, давайте продолжать изменять. Я добавлю еще, пожалуй, зубной пасты, а то вам уже нормально. А ты же можешь мне этот пигмент отдать? Пигмент? Да. Этот? Да. Этот или другой? Этот. Зачем тебе? Ты уже добавила, я тебе дам другой, если хочешь. Давай. Другой? Да. Я сейчас еще добавлю всяких вот таких девочек. Которые колются или нет, я не знаю, но нет, не буду. Нет, говорить. Они не то, что колются. Я буду добавлять вот такой розовый пигмент. Там ее почти... А. Да что все весь добавила? Блин, я еще хотела. Ну ладно, не важно. Вот, смотрите. Блин, вот, дай активатор. Если что, смотрите, как красиво. Он загущает. Я залипла. Дайте активатора. Да, немного. Стой! Ну, короче. Ты зачем так много добавила? Ну, я всегда добавляю, прости. Ну, короче. Ты из
покажу текстуру, какая сейчас. Вот так вот он кликает. Ой, фу, хрустит. Хрустит? Хрустит. Кликает. У меня он размазывается очень размазывается. Хорошо. Размазывается. Очень хорошо. По активатору? Да. Нет. У меня это активатор. Да. И он опять загустился. Давайте еще добавим зубной пасты. Так она тут на исходе. Если что, я принесу новую. Хорошо. Смотри, как размазывается. На активаторе. Читер! Смотрите, а мы можем вот так сделать, как лучше. Вот, смотри, как хорошо. А кто лучше слайм сделает, тот... кто лучше изменит слайм, в комментариях вы будете выбирать вы. Ну, короче, у нас комментарии отключены, если что. Во всех видео? Да. Почему? Просто отключили и все. Зачем? Я не знаю, просто. Почему? Я потом... вы не можете сделать исключение к другому? Нет, перестань. Давайте сейчас ты покажешь текстуру. У меня он довольно-таки плотный, уже не такой склешовый. Размазывается довольно-таки хорошо. Подожди, не видно. Не видно, да. Вот. Ну и, в общем-то, он тянется хорошо, из него не надувается. Коллектору кожок. Да, я такая. И, в общем, да. Да. Вот так. Опа! Хрустит. Почти получилось. Давай сейчас ASMR для наших зрителей. Смотрите, что у нас тут происходит сейчас. Смотрите. Нет, туда не показывай. Вот рум-тур. Рум-тур по комнате. А там чипсы. Не показывай. Мой рюкзак. Где мой рюкзак? Ну ладно. Да ладно. Не важно. Сломай еще камеру, будет просто кайф. Да, я не знаю, давай сейчас мы поиграем чуть-чуть паузу челлендж. Что? Пауза челлендж. Пауза! Нет, это видео не слайм, кто лучше изменит слайм, пауза челлендж, это просто... А давайте сейчас чуть-чуть поиграем в паузу и добавим много, Нет, я не хочу, потому что мы... Давай, но можно добавлять друг другу. Пауза. Ты сама предложила. А да. Я еще не сказала, начинаем, давай снова. Пауза. Раз, два, три, пауза. Ладно, снова. Раз, два, три, пауза. Я первая сказала. Ты первая, да. Только не добавляй активатор. Договорились? Ладно. Какой тебе не подходит? Нет! Да, перестань! Так ты сама предложила! Не, не хочу испортить свой слайм! Так он и так дерьмо? Нет. Это... Я не матерюсь! Так ты на паузе! И давайте сейчас добавим еще пигмента северное сияние. Вот. Ну там на литовском написано. Да. Или на английском, не знаю даже. Я добавила себе черный, вместо того, чтобы кое-кому. Вот, смотрите, сколько мне. Вот это вот девочки под именем Саня. Сама ты Саня. Мисс Саня. Меня все
называет все. Саня, да Саня. Саня, да. Так ты Саня. Давай, давай просто. Ладно, я тебя буду солнце называть. А ты можешь... Ну, да мне неудобно на колени. На колени быстро. Ну, короче. Вот, у нас вот такой вот слаймик. У меня вот, и я сейчас покажу... Нет, я у меня он серый. Я добавлю слюду. Это моя слюда. Я добавлю оранжевую слюду. Я добавлю вот такую фиолетовую, если видно, что она фиолетовая. Она черная? Я хочу, она фиолетовая. Ой, я нечаянно все добавила. Могу ли я все? Да, можешь. Радуйся, что у тебя дроба. Паки. Я сейчас покажу, что тут за красота. Красота. Да, точно. Ой, блин, я залипла. Я не залипла. Не залипла. Не залипла. Можно чуть-чуть твоей слюны? Она колется. Да не очень. А ты белую слюду принесла? Нет. Мы же договорились. Я могу вот сейчас свой слаймик показать. Давай покажи. Давай. А хочешь мы в него добавим слюду? Он клеит? Да нет. Давай. Давай покажу. Покажу. Это ватер слайм очень хороший. Но он вот, видите, вот какой он? Он вот просто очень хороший. Он загустился, не знаю чего. Он вкусно пахнет. Да. Хочешь, добавим крема? Дай сюда и дай крема. Дай сюда и дай крема. А может, пасту? Нет, дай крема. Если я найду его, ее. Давайте этому с вами пока-пока говорите. И вот сейчас будем изменять этот. Вот это мы... Вот это мы гоним. Давай. Ладно, где мой крем? Не знаю. Куда? Пасту? Да ты что, я тебе говорила пасту. Давай напополам. Вот, смотри. Давай напополам. Нет. Давай напополам. Да добавки. Но добавки не будем добавлять. Ладно. А что будем добавлять? Подожди, давайте. А тогда мы что будем делать с этим? Ничего. Ничего? Ничего. Так, тебе... покажи зрителям, какой у тебя цвет. У меня он некрасивый. Как какашка от Фриза. Нет, как дерьмо от Фриза. Дерьмо. Вот, правильно сказала. Короче, давайте я в этот слайм добавлю. Это только вот это другое. Я добавила очень много нечаянно. Вот, смотрите. А давай мне дашь слайм. Дай мне этот слайм. Нет. Дай мне. Не, ну, да, ну Габриэль. Дай мне маленький кусочек. Эпик фейл. Так. Тырим, тырим. Тырим. Давай лучше сюда. Ну, Габриэль. Так я отсюда пигмент брала. А кто тебе разрешил? Так ты сама что думаешь? Мне делать? Пигментный верблюд? Верблюд! Это не верблюд, сама ты верблюд. А ты дай сюда. Это жираф? Нет, дай, дай, дай. А дай, дай мне... у меня идея. Вот возьми этот слайм. Да, это один такой. У тебя есть еще пасты? Пасты? Да. Кроме этой? Да. Нет. Он холодный. У меня же своя есть паста. Ты взяла свой спас. Почему ты мне это не сказала? Ладно. А зачем я свою тратила? О, дай жвачку. Пожалуйста, жвачку. У меня нет, это не жвачка, я тебя пранканула. Я подумала, это жвачка, а это чипсы те же. Давай. Я сегодня падаю и падаю. Вот у меня есть вот такие. Конюша. Но это не для слайма. Это крем. Это не крем. Это паста. О, да, паста. Принесла слайм. А где паста? Маленький кусочек. Но паста. Маленький, но удаленький. Так, я У меня нет пасты. С чем я... Дашь пасту?
Да. Ну, можно мне тогда тоже поиграть с ним? Ты иначе не дам пасту. Дай пасты. Ладно. Которой у тебя нет. А нет, у меня есть прозрачная паста, которая не есть. Ну, а у вас так, этот кусочек нет. Хорошо. Захватила. Да, я захватила с собой на вынос. Спасибо, что заметили. Меня она уже задолбала. Ой. Ну, короче, не важно. Это вот такая вот прозрачная паста, но я не буду рекламировать ее. Она слаймов, для слаймов вообще. Ну. А она с глицерином. Ты что? Она очень хорошо размягчает, ты даже не загустишь это. Загущу, да. Еще как. Да, но если хочешь, вот тут вот паста еще есть. Больше не добавляй. Ну что, он размягчится? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Добавь еще. Вот это чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Добавь мне активатор. Вот у меня вот так же вчера было. Давай не так много. Ты что так много льешь? Ну, короче, давайте уже заканчивать. Вот понемножку. Почему? Ладно, вот, у нас уже Что? Спасибо. Вот, я могу показать свою текстуру. Вот что это за хрень? Это желейная хрень. С активаторами пасты. Фу, какая она холодная. Видишь, какие мои сами теплые? Ну, они не такие теплые, ну да, теплые. Ну, короче, я сейчас покажу свою текстуру слайма. Вот, смотрите. Погоди, у меня он еще не загустился. Вот, смотрите. Кликает? Не кликает. Кликает, тянется в пленочку, не тянется в пленочку, не с этой батой.